На специальной конференции для российских дилеров китайская марка Чаньань, так правильно она называется, объявила о сертификации рестайлинговых версий двух моделей – CS55 и CS75. Первая новинка – это CS55. 55-й – это будет в своем сегменте без цилиндра. Я уверен в этом, поскольку торпедированные двигатели, оцинкованный кузов, классический автомат, Айсин. Следующая модель – это 75-я обновленная версия. И она будет конкурировать в сегменте полного привода. Имеет также такие преимущества. Классический автомат Айсин, полный привод, также кузов оцинкованный и так далее. CS55 в Китае дебютировал еще 5 лет назад и не единожды модернизировался. К нам кроссовер приедет в актуальной версии 2018 года, хотя на родине вот-вот начнутся продажи еще более нового варианта. Для России приготовлен передний привод, турбомотор 1.5 и 6-ступенчатый автомат. Продажи начнутся в конце нынешнего или в начале следующего года. Заодно на рынок выведут и обновленный 75-й. Эту модель у нас пока продают в самой первой генерации образца 2013 года. Рестайлинг затронул решетку радиатора, с которой исчезла крупная надпись «Чаньань», бамперы, багажную дверь и всю светотехнику. Главная обновка в интерьере – это экран цифровых приборов и новый тачскрин мультимедии, которую вынесли наверх передней панели.